5 знаков зодиака, которые найдут любовь сразу после Пасхи. В мае, сразу после Пасхи, представители 5 знаков зодиака получат прекрасный шанс встретить свою вторую половинку и начать новую главу в жизни. А кто эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак Козероги. Согласно прогнозам экспертов, именно в мае обычно резкие и откровенные в своих любовных похождениях Козероги смогут получить отличную возможность проявить нежность и терпение. Если в этот период вы встретите кого-то особенного, не скрывайте ощущений и эмоций. Возможно, это станет началом чего-нибудь прекрасного. Второй знак Раки. Звезды предрекают, в мае у раков есть большой шанс встретить кого-то, с кем захочется провести остаток жизни. В то же время следует быть осторожными и не доверять льстивым словам. Если вы встретите человека, который искренне будет вам импонировать, присмотритесь внимательнее и действуйте решительно. Третий знак Тельцы. Получить одобрение Тельцов бывает очень непросто, ведь в амурных делах они известны внимательностью к деталям. Несмотря на это, в мае успехи в любви могут буквально снести крышу, ведь вы получите уникальную возможность встретить именно того, кто вас полюбит, поймет и останется рядом. Четвертый знак Стрельцы. Майский гороскоп предсказывает Стрельцам активный и веселый период с большим количеством моментов, которые могут вывести из обыденной рутины и подарить новые знакомства. Большинство из них будут подпадать под категорию «друзья и знакомые». Однако кое-кто может задеть вас глубже, чем вы ожидаете. Если удастся управлять собственными эмоциями и дать шанс другому, вас будут ждать незабываемые приключения. Пятый знак Львы. Май обещает Львам немало возможностей для романтических встреч. Даже если они редко выходят из дома и не ведут активную социальную жизнь. В этот период ваша изящная и одновременно независимая манера общения может поразить именно того, о ком нашептывают звезды. Не закрывайтесь в себе, попытайтесь заглянуть глубже в сердца своих знакомых. Может быть, самый особенный человек уже рядом с вами,